Республикалық меншіктегі гидротехникалық құрылыстарды тасқын суды өткізуге дайындау мақсатында өткен жылы тәжірибеге сүйене отырып ауыл шаруашылық министрлігі келесі қажет шараларды қабылдауда. Гидротехникалық құрылыстарды пайдалану қағидаларына сәйкес әрбір су қоймаға олардың толтырылуы мен күтілетін суға байланысты режим кестелері әзірленген және облыс әкімдіктерімен келісілген. Гидротехникалық құрылыстар арқылы тасқын суларды апатсыз өткізу мақсатында су тасқыны кезеңіне су ресурстар комитетінде тасқын суға қарсы комиссиясы құрылды. Сондай-ақ осындай комиссиялар қатысушылар мекемесі және оның филиалдарында құрылған. Тасқын су кезеңінің басталуына дейін қарқынды су тасқыны кезінде маневрлеу үшін су қоймаларда бос көлемді қор қамтамасыз етілуде. Бұдан басқа өзен сағасының шаюы, сондай ақ іргелес аумақтарды су басудан сақтау үшін ірі арналы су қоймалардан су жіберу жүргізілді. Су қоймалардың жұмыс режимінің су күн сайынғы мониторингі белгіленіп, барлық республикалық объектілерде тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылды. Тасқынның ықтимал қаупін болдырмау үшін құрылыс және басқа да инертті материалдардың қоры дайындалды. Сондай ақ тиісті техника мен механизм әзірленді. 5 февраля текущего года у первого заместителя премьер-министра состоялось совещание в режиме видеоконференции с регионами, где обсуждены меры по подготовке к паводкам и ее безаварийному пропуску. В настоящее время комитетом по водным ресурсам осуществляется тесное взаимодействие с РГП «Гидромет». Основные гидрологические прогнозы «Гидромет» период половодья будут представляться, начиная с 1 марта, еженедельно с заблаговременностью в 7 дней с уточнениями через каждые 3 дня. Согласно консультативному гидрологическому прогнозу, объем влагозапасов на 1 февраля нынешнего года в бассейнах река Нура и Шурубай-Нура Карагандинской области в пределах нормы. По бассейнам рек Токрау, Сарсу ниже нормы на 30-40%. В бассейнах рек Акмолинской, Североказахстанской, Костанайской областях на 20-40% ниже нормы. В бассейнах рек Актюбинской области ниже нормы на 50-70%. В Западно-Казахстанской области на 30-50%. Водохозяйственная обстановка в бассейне реки Сырдарья. Объем Сырдарьинского водохранилища меньше на 980 миллионов, Коксарайский контроллятор на 398 миллионов, чем на аналогичную дату прошлого года. По информации Метеорологической службы Кыргызской Республики, в текущем году выпал осадков меньше нормы на 30%. В этом случае имеется вероятность, что к началу вегетационного периода нынешнего года недобор воды в Сырдарьинском водохранилище может составить в объеме 1 миллиарда, в Коксарайском контрагуляторе до 0,5 миллиардов. С учетом вышеуказанного прогноза, в настоящее время Сырдарьинское водохранилище работает в режиме наполнения. В соответствии с дорожной картой по предупреждению и устранению паводковых угроз за Министерством сельского хозяйства на 2017-2018 годы закреплены 100 объектов. В 2017 году завершены работы по 60 объектам на общую площадь 1,4 миллиарда тенге. Построены и восстановлены 120 километров дамб. На протяженности 40 километров проведена механизированная очистка русел рек. Общий объем земельных работ составил более 1,4 миллиона кубометров. Ликвидированы последствия паводков на 6 объектах. Произведены ремонтно-восстановительные работы на 5 водохозяйственных объектах. По 40 объектам оставшимся сформирована вся необходимая документация, и при выделении финансовых средств строительно-монтажные работы будут завершены до конца текущего года. Касательно плана накопления паводков, в первоочередном порядке, это у нас 2017-2018 годы, запланирована реализация 109 проектов, в том числе по объему накопления свыше 10 миллионов кубометров за счет республиканского бюджета 30 проектов и по объему накопления менее 10 миллионов кубометров за счет местного бюджета 79 проектов. По 30 проектам республиканского бюджета. По одному проекту строительно-монтажной работы завершены в прошлом году, по двум ведется сбор необходимой документации, по четырем из-за недостатка объемов водных ресурсов и других факторов исключены. Реализация 10 проектов ведется в рамках плана мероприятий по реализации госпрограммы развития АПК. И по 13 мероприятиям министерство разработало государственные инвестиционные предложения и внесло на рассмотрение Министерства национальной экономики. По 79 проектам за счет местного бюджета объем накопления менее 10 миллионов. Начата реализация только по 41
значит, проекту, и по 38 проектам работы в 2017 году не были начаты. В этом, при этом в текущем году из 38 проектов по 28 проектам выделены средства и объявлены конкурсы по определению подрядных организаций. Таким образом, не выделены средства на реализацию 10 проектов. Соответственно, ТЭО и ПСД не разработаны. По Акмолинской области. По запланированным трем мероприятиям завершена разработка ПСД в прошлом году. Сейчас проходят конкурсные процедуры. По Алматинской области. Из 9 запланированных мероприятий в 2017 году начата реализация по 10, по остальным 9 проектам средства не выделены. В том числе в 2017 году была запланирована разработка ТО по 2, выполнена по 1. Разработка ПСД по 19, выполнена по 5. И строительно-монтажные работы выполнены по заполненным объектам в количестве 3. На 2018 год требуется по Алматинской области разработка 7 ТЭО, 14 ПСД и, значит, проведение строительно-монтажных работ на 16, по 16 проектам. Необходимо предусмотрение по данным работам денежных средств. По Восточно-Казахстанской области запланировано 26 мероприятий. Акиматом области по итогам проведения в 2017 году обследования технического состояния ГТС определило 27 гидротехнических сооружений в приоритетном порядке, требующих проведения ремонта. В этом году на запланированные 26,1 дополнительное мероприятие выделены средства на общую сумму 600 миллионов тенге, и в настоящее время проводят конкурсные процедуры по определению подрядных организаций на проведение ремонта гидротехнических сооружений. По Джамбульской области из 22 запланированных проектов на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. По Карагандинской области на 2017 год были запланированы 3. Разработаны в прошлом году, значит, проектно-сметной документации, но не прошли экспертизу в связи с замечанием по комплектности и составу проектов. На сегодняшний день акиматом в области рассматривается вопрос заключения договора с аккредитованной организацией для проведения нового осмотра и выдачи заключения о целесообразности их ремонта. По Костанайской области по 2 мероприятиям выделено 154 тенге, миллионов тенге, но конкурс в прошлом году не состоялся. В этом году объявлен повторно и в данное время определяет подрядчика. По Северо-Казахстанской области из запланированных 2 проектов на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены. По Южно-Казахстанской области из 2 мероприятий, определенных на 2017 год, средства выделены только по одному проекту. В этом году необходимо выделение средств на ТО по одному, ПСД по 2 и завершение всех работ, строительно-монтажной работы по 2 проектам. Касательно бесхозных гидротехнических сооружений. Бассейновыми инспекциями Комитета по водным ресурсам совместно с территориальными органами чрезвычайной ситуации, экологии, местными спецорганами в ноябре месяце прошлого года проведены исследования гидротехнических сооружений. В ходе обследования на состояние 1 ноября 2017 года по всей республике установлено 52 бесхозных ГТС, при этом на сегодняшний день их насчитывается 46. Так, по Акмолинской области из 22 осталось 7 бесхозяйных гидротехнических сооружений. По Алматинской области в текущем году выявлено 13 бесхозных. Сегодня они работают в транзитном режиме, взятые на контроль. По Западно-Казахстанской области было 4, осталось 3. По Карагандинской было 11, осталось 9. Кустанайская поставили на учет 1 объект. По Мангистауской 13 необходимо поставить на учет. И по Павлодарской в текущем году выявлено 1 объект. Уважаемый Бахчан Владимирович, в заключение хотим отметить, что все мероприятия, закрепленные за нашим министерством, будут выполнены. Но, как было выше указано, по тем мероприятиям, которые закреплены за местными спонторганами, акиматам следует ускорить работу. В этой связи и в целях реализации плана министерство считает необходимым поручить акиматам пересмотреть бюджетные ассигнования для обеспечения выполнения запланированных в первоочередном порядке плана мероприятий, ускорить процесс проведения государственной экспертизы ТО ПСД, а также конкурсных мероприятий, и активизировать работу по постановке бесхозяйных гидротехнических сооружений на учет. В целом, на сегодняшний день водохозяйственная обстановка на объектах республиканской собственности стабильна и находится под постоянным контролем.